Лаврентий, пойдем с тобой по тропе больших собак. Тут с маленькими собаками не гуляют, тут только с большими гуляют собаками. С овчарками, с ротвейлерами. Но пока никого нету, и мы пойдем с тобой. Проведаем место. Ты любишь такие места, где большие собаки гуляют? Ну, собаки гуляли либо рано утром, либо поздно вечером. А мы с Лаврушенькой идем в обед. Надеюсь, нам большая собака не попадется. Хотя вон там дядька идет с большой уже собакой. Там тоже лает собака. Там вон собака стоит большая на стадионе. А здесь какая собака лает на нас. Гав-гав-гав. Чего ты лаешь? Гав-гав-гав, мы тебя видим. Нас сами боятся большие собаки. У меня Лаврушка храбрец. От него все большие собаки разбегаются. Он такой храбрец. Да, он там лабрадор. Лабрадор там. Уже его на цепь сажают. На поводок, вернее. Походу, хозяин уже боится, что Лаврентий его загрызет. Ладно, пойдем дальше. Ну, Лаврентий, он не трогает никого. Он хороший мальчик. Лаврентий, меня жди. Лаврентий, Лаврик, ждать маму, ждать. Так, куда? Ждать. Меня ждать. Ждать. А то мало ли там собаки выскочут. Давай, пошли. Пошли. У мамы должно быть все под контролем. У мамы должно быть все под контролем. Пойдем. У-у-у. Вот. Ой, кого мы там увидели? Пакет шелестящий. Шелестящий пакет. Трусишка. Пошли. Скорей. Пошли скорей. Пошли скорей. Вот а мы встретились. Вот а мы и встретились. Да, вот мы и встретились. Хороший мальчик. Хороший мальчик. Да, пойдем. Пойдем, моя зайка. Пойдем, пойдем, пойдем. Хороший, красавец. Красавец ваш. Пошли. Мы его знаем, он нам знакомый. Пойдем, Лаврушка. Пошли. Вот с такой собачкой мы и повстречались. Лаврентий, Лаврентий, ты молодец, стоять.